Всем привет, друзья! С вами Алина, строительная компания «Элькем Япы». Мы находимся в ТДЖ, за моей спиной сейчас роют котлован в нашем новом комплексе ЖК «Икон». Видите, серьезная техника, работают ударными темпами, вся территория вот эта вот будет принадлежать нашему комплексу. Я сегодня хочу с вами прогуляться до моря. Очень шумно, я прошу прощения. И также у нас на сегодня запланированы съемочки с дрона. Я еще пока не знаю, что получится, но анонсирую, что мы постараемся сделать вид по этажам и также по сторонам света. Сейчас еще расскажу вам немного о комплексе. И вот мы продолжаем обзор. Вот территория наша начинается от вот этого соседнего дома и заканчивается, ну, собственно, вот такой вот квадрат большой будет. А сам дом, вы видите, находится не на самой дороге. От дома до дороги где-то метров 20 вот в этом диапазоне. И также нулевые этажи будут отданы под коммерческую недвижимость. Кому интересно, тоже пишите мне. Я сориентирую, что по ценам. Место очень хорошее. Здесь центр самого района. Видите, именно вот здесь сконцентрированы все магазины, рестораны и тому подобное. Касаясь темы коммерческой недвижимости, сразу скажу, что вот через дорогу находится приездной рынок по средам. Прям вот эта вся площадка, она отведена под рынок. Примите это к сведению, тоже хороший положительный факт. Все необходимое будет у вас под рукой. ЖК «Икон» будет состоять из одного блока, 14-этажного здания по 5 квартир на этаже. Будут планировки 2+1 и 3+1. Мы сделаем сейчас съемку с дрона, чтобы сориентировать вас, какой вид будет открываться из окон и где будут расположены какие квартиры. Так что следите за дальнейшей нашей съемкой. Так, друзья, в комплексе «Икон» достаточно хорошие просторные квартиры будут. 2+1, 73 метра полезная площадь. Стоимость от 95 тысяч евро. 3+1, полезная площадь 97 метров квадратных. И стоимость от 115 тысяч евро. Еще очень много свободных квартир, потому что сам комплекс на карандаше. Но этот комплекс пользуется большой популярностью, я уверена, у него будет блестящие продажи. И не задерживайтесь с покупкой, если вы об этом думали. Пишите вот здесь вот личные сообщения, я вышлю прайс, презентацию и отвечу на все ваши дополнительные вопросы. Ну а сейчас переключаю камеру и показываю дорогу к морю. Мы отошли где-то 100 метров от нашей строечки, вот она, вот именно здесь находится площадка, в среду, видите, уже подготовлена частично, будет базар, ну и мы по вот этой широкой дороге отправляемся на море. Здравствуй, море. Датчик показывает мне всего лишь 2,5 минуты. Вот за моей спиной уже море. С этой стороны есть хорошее кафе. Кстати, рекомендую, действительно вкусно готовят. И всегда можно здесь приятно провести время. Дальше там тоже есть зеленая лужайка. Вот еще раз покажу. В ту сторону зеленые лужайки, большие эвкалипты. Вечером стоит такой приятный аромат летом. Ну, а мы с вами еще раз немножко прогуляемся по пляжу. Буквально здесь рядом. Набережная в ТДЖ. И море. Море шумит, приятный такой шум. Сегодня солнечно, погода хорошая, приятная. Но зимой море всегда бушует. Видите, такой темненький песочек, изредка встречаются камешки. Но приятно, хороший пляж такой,
летом выставляют лежаки, вот это лодочки оставляют постоянно здесь рыбаки. Кто хочет, можно приезжать тоже рыбачить здесь. Средиземное море богато на подводный мир. Вот такой красивый пейзаж, друзья. Буду заканчивать. Прогуливаюсь, видите, по пляжу. Сегодня у нас 27 декабря. Достаточно тепло, вы видите, я в легкой курточке. Мне комфортно находиться сейчас прямо возле моря. Я иду прям, видите, по линии берега. Всем, кто мечтает жить на море, не откладывайте свою мечту на завтра, делайте это сегодня. В свое время я тоже очень долго мечтала, и у меня были совсем другие планы, как я это сделаю. Но очень рада, что на мой выбор повлияли еще посторонние факторы. Они ускорили этот процесс. Всем хорошего дня. Пишите. С вами была Алина, строительная компания Илькем-Юпы. Пока-пока.